Всем привет! Сегодня у меня снова для вас рецепт вкусного, легкого, быстрого салата. Простые ингредиенты и быстрое приготовление. Для салата необходима морковь по-корейски, кукуруза, колбаса, помидоры черри, огурец, листья салата, петрушка, майонез и соль. Все ингредиенты необходимо нарезать так, как показано в этом видео. Этот салат можно подать на праздничный стол на плоской тарелке, не перемешивая. Но я буду готовить его в обычный будний день для своей семьи, поэтому я буду смешивать его в одной общей чаше. Зелень можете брать любую для этого салата. У меня листья салата и петрушка. Также подойдет и зеленый лук, и укроп. Все, что вы любите, можно добавить сюда. Я добавляю помидоры черри. Будет красиво смотреться, во-первых, а во-вторых, они сладкие, и от них не так много жидкости выделяется в салат. Но если у вас нет, вы можете взять обычный помидор. Соединяем все ингредиенты. К огурцам, помидорам и зелени я добавляю немножко соли. И в конце добавляем майонез, или же можно заправить сметаной, как вам нравится. Все хорошо перемешиваю и подаю на сервировочном блюде. А можно оставить в этой же чаше и поставить на стол. Этот салат — абсолютная импровизация. Из того, что было в холодильнике, получилась вот такая вот вкуснятина. Красивый, яркий, летний, вкусный салат получится по моему рецепту. Обязательно ставьте лайк этому видео, чтобы его не потерять. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Приятного приготовления и аппетита!